Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Чите подвели итоги открытого конкурса на лучшее исполнение ледяных фигур на площади имени Ленина. Победил Дмитрий Кузьмин, который за скульптуру «Квартет» получил 35 тысяч рублей. Ну, как бы эта тема уже давно у меня назревала. То есть я занимался и резьбой по дереву, делал подобные фигуры и решил их воплотить во льду. Ну, тема интересная, потому что это как бы относится к русской культуре, к русской литературе. Ну и она как бы такая выразительная. Дмитрий рассказал, что в следующем году он также будет участвовать в конкурсе, так как победа требует подтверждения. Я не шел как бы конкурировать, я шел работать для себя, для своего удовольствия, попробовать работать с более большими масштабами. Второе место и премия в 30 тысяч рублей досталось Неме Пурбоеву за скульптуру «Танцующая метелица». На третьем месте оказался Дамвин Базаржав, который был награжден премией в 25 тысяч рублей за скульптуру «Архар». Также специальную премию «Грация» и 20 тысяч рублей получила Бутица Номова за скульптуру «Благословения Небесной Девы Хун». Еще 9 конкурсантов были награждены по 10 тысяч рублей в номинациях «Яркий художественный образ» и «Оригинальный замысел». Пусть растопит в душах лед Новый год, все печали заметет Новый год. Детка, мне когда скучать, скоро будем отмечать Новый год. Кроме этого, в день рождения прошло открытие ледового городка. Творческие коллективы поздравили читинцев и гостей города с наступающим Новым годом, а в завершении мероприятия Дед Мороз и Снегурочка зажгли новогоднюю елку, официально открыв ледовый городок. Анастасия Дремова, Анна Хвостова, специально для Забинфо.ру.